Добрый день, уважаемые милые женщины, девушки и девочки. Я обращаюсь к вам. Я стилист, художник-модельер Наталья Филенко. Я прожила более 20 лет в Италии, во Франции, работая стилистом. Я закончила технологический институт московский как художник-модельер на отлично. И также полимода во Флоренции. Я проработала более 10 лет в Милане на Монте Наполеоне в студии стилистика. И сейчас я преподаю и делаю свои коллекции, живя в Ницце на Лазурном берегу. Я буду рассказывать вам на этом канале тенденции моды, опираясь на дефиле, которые проходят в Париже, в Нью-Йорке, Лондоне и Милане. И в этих курсах мы с вами будем делать очень интересную вещь. То, что я делала раньше, работая стилистом. Я буду собирать квинтэссенцию и давать вам все тенденции. И буду выбирать те вещи, которые мы будем делать в этом сезоне. Те, кому интересно изучить именно творчество кутюрье, могут делать выкройки вместе со мной и обучиться всем секретам изготовления платья сульмизура. Сульмизура – это значит от кутюр. Те, кто хочет обучиться технической части производства платья, тоже, пожалуйста, ко мне, потому что вторым уроком будет показано изготовление этого платья, брюк, костюма, все, что мы будем делать. И те, кто не может этому обучиться, потому что, может быть, это покажется слишком сложно, такое тоже может быть, могут пойти по ссылке и приобрести это платье на моем сайте. Я вас жду, потому что эти практики – это не только мастерство. Поверьте мне, я практикую йогу, и я знаю, что это медитативная практика. Это практика волшебства, потому что когда женщина шьет, она вкладывает туда свои мысли, она вкладывает туда свои желания, она почти что материализует свое будущее. Я желаю вам, что когда вы этим занимаетесь со мной, так же, как и я, думайте только о хорошем, думайте только о позитивном, думайте о самых, мечтайте о самых прекрасных вещах, которые должны прийти в вашу жизнь. И поверьте, изготавливая платье, нося его, вы будете видеть, как это материализуется. О всех этих секретах, которые я живу в своей жизни, о всех этих магических секретах, наших женских секретах, я буду рассказывать на моем канале, в другой ее части. Эта часть посвящена йоге и духовным практикам. Поделюсь с вами, как оставаться всегда счастливой в любой ситуации. И плюс, как оздоравливать себя, оздоравливать свою семью мыслями, энергией. Всего вам доброго! Вам счастья, желаю вам любви, очарования и творчества.